Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил город Карачаевск с 96-летием. Здесь горы встречаются с небом. Именно эти строки вспоминаешь, когда говоришь об одном из самых красивых уголков нашей республики – Карачаевске. Этот город никого не оставит равнодушным. Величественные горы, потрясающие пейзажи и гостеприимный народ с открытой душой и добрым сердцем. Здесь действительно живут удивительные люди – трудолюбивые, талантливые, мужественные, настоящие патриоты своей малой родины и великой России – благодаря трудолюбию жителей, активному участию города в нацпроектах, федеральных и региональных программах, Карачаевск преображается из года в год, а жизнь в нем становится комфортнее и интереснее. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Карачаевский городской округ еще лучше и красивее. От всей души поздравляю горожан с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, уюта и благополучия каждой семье. Развитие, процветание, мира и добра тебе, Карачаевск, говорится в поздравлении Рашида Тимрезова.